Доброе утро, мои люди, кто меня смотрит. Время без 10:07. По-читицки, если... В общем, время без 10:06 по-китайски. Я побежала в свою чуфаньку, вот вышла из Венеции, завернула за этот угол. Туда не пошла, за порт пройду здесь, какая разница. Я побежала завтракать. Они должны уже быть открытыми обычно, потому что позже приходишь, уже ничего нет. Рано встала. Почему? Потому что я сейчас поеду на экскурсию. А на экскурсию куда? В другой город. Сразу хочу рассказать. Вы меня все спрашиваете. Я много встречаю людей. И так смотрите, вы мне пишете. Вот, почему ты не указываешь цены? Вы рекламируете Маньчжурию. Я не рекламирую Маньчжурию. Я не рекламщиком, не работаю ни в какой фирме. Ни в русской, ни в китайской, нигде. Я просто снимаю, я просто пенсионерка работающая, я просто люблю Китай, и не только Китай, мне и при Таиланд понравился. Если где-то была бы еще, я, может быть, снимала и там, просто я больше нигде не была. Я просто снимаю то, что мне нравится. Я просто снимаю то, что мне нравится, и делюсь с вами. Вот и все. Вот видите, вышла с Венеции, завернула за угол, завернула за второй угол, вот тут красивая такая, балкончик. Все. Иду в чуфаньку. Вот что-то я подмерзла. Кстати, у меня проблемка. Я вчера одну ягодку личи мне угостила, я ее съела. Но перед этим съела маракуйю, было нормально. У меня в горле отек, сегодня пила цитрин, но пока не проходит, не отпускает. Ну как подстрижена, аккуратненько все. А что это цветет? Ой, как интересно, черемуха цветет. Маленькими какими-то груздиками. Такими маленькими. А сирень здесь еще не цветет или какой? В том году, да, вон там один расцвел сирень. Никого. Человек уже убирается на работе. Вон там баня в этом проходе. Вы же помните? Вот в этот проход баня. Бозы. И все. Я пришла к своей чуфаньке. Сейчас посмотрим. Это рядом закрыто. Нихао! Есть? Есть. Ой, уже помидорки сидят. Ага. Ага. Лучше моей рисовой нету, принесли мне чаек и лепешку. Так, сахар. Завтракаю, только утро я взяла свои лепешки и чай. Кашево, что есть другие. Мы на вокзале. Сейчас мы поедем. Хайла. Я расстроена. Для меня 3 часа. Это вообще ни о чем. Посмотрим, что успею. Это где? На всех площадях. Это мы уже какой район едем? Да здесь еще, да? Недалеко от тебя. Да, я понимаю, но что-то я сюда не заходил. Да? Ну, дайте, пожалуйста, ходить. Я говорю, что-то обратно поехали. Ну, маленько выйдем от трассы.
правильно путем идете, товарищи. Клубника вон, наверное, на низких. Клубника вот, наверное, на маленьких рядах. Сами по себе ли сделаны? Да, нет, нет. А там главное островок, смотрите, вот к озеру-то. Как туда проходят? Сколько у нее пустых территорий. Да. Все говорили, у нее территорий нет. У нее очень много территорий пустых. Город же вроде, дома, все. Что это, интересно, город или что? Чинси. Что это вообще? Может, это школа, наверное, школа. С той стороны теплица. Полностью кругом везде. Степь уже скоро будет лесом. Нас только рубится все. Дорогу делают. Вот мы приезжаем. Фата. А там вот что, там какие-то красивые. Что это там? Что-то это вокзал? Вот это автовокзал. Нет, там дальше. Ола! На автовокзале мы пересели на такси и поехали на экскурсию. Какой первый час. Он китаец, но хорошо говорит по-русски. Понимает, говорит хорошо, говорю и понимает, но не всегда. Не знаю, как это. В Хэлаве основное, чем занимается? Заводы или что тут есть? Много заводов. Много, да? Много фабрик. Ясно. Это Маньчжурия, только туристы, а здесь фабрики. Ну, конечно, да. На торговле защита. Транспорт, а здесь уже он в парк отдыха. Ой, как здорово! Поехал, покатался. Погода только сегодня снимать плохо, темно. Ярик, куда? Вот это вот. Вот это Чингисхан, это площадь, да? Да. Это площадь Чингисхана. И что здесь особенного? Этой площади. Это что, наверху Чингисхан? Сегодня темно, да, и снимает темно как. Ну да, сегодня. Быки у них тут установлены. Это все.
видимо, главный камень Чингисхана. 11. Прелесть вообще. Какие-то камни. Большие. Ну, вот это. Ага. А что-то там молодые стоят, не пенсионеры, всем видно. Ага. Как сказать, прогаснут мне. Очень большая эта площадь Чингисхана. Народ ходит, отдыхает. Культурно. А сегодня суббота же. Ну что это, народу много. Но тоже очень много пожилых людей, молодежи мало. Да. Тоже после того, как ему сказали нельзя рожать, очень много пожилых людей. Я на площади Чингисхана. Иду к каким-то камням. Сейчас посмотрим, что там такое за камни. Вон там какая-то обувь. А, ролики думаю, что за обувь. Прокат. Вон наверх можно по лестнице. Тебе можно, да? Да. Какое-то строение. Обзорная площадка. Ой, еще и туда можно, везде. Еще что-то. Ярик, что там написано? Что вот это вот? Место силы какое-то. Святое место какое-то, да? Ну, да. Это буддийские писания. Ага. Это тибетские слова. Не монгольские, не китайские. Ага, Тибет, вы знаете. Тибет-то. Эти камни там из места, где родился Чингисхан. Я говорю, святое место какое-то. Тибетские писания вот здесь вокруг. Сюда идите. Парк, это тоже небольшой ботанический в городе. Это, поэтому деревьев много, что ботанический сад небольшой. Да. А летом цветы есть? Есть. Когда... А какие красивые мостики-то в прудах. Ой, хорошо.
Как хорошо. Ой, можно сюда на неделю? Задний коню подходить нельзя, пнет. Нихао. Здрасте. Здрасте. Какой ты красивый, Чингисхан. Это не Чингисхан. А кто это? Это его брат. Как звать? Пасар. Красиво. Пасар, да. А, вот. В этом пруду есть рыба. В этом парке рыбы нет. Рыба есть. Нихао. Мы идем. Пойдешь направо, заблудишься. Ой, как пахнет это сиренькой. Чувствуете? Вот так. Хорошо. Хорошо. А теперь мы поедем в старый город. А это у них называется тополь. Но он какой-то другой тополь. Совершенно не такой, как у нас. Интересно, тополь. Тополь, который не тополь. Ну, все гостиницы иностранцев имеют право сидеть. Все гостиницы имеют право сидеть. Это что, это новодел или действительно остатки старого города? Или новодел? Новодел? Ну, это пресс-выставка. Ну, это место, это старое. Ну, просто. Но это... оно старое было? Да, старое было. Не сделали сейчас, да? Это вот такие храмы есть. А что там внутри? Там что там? Ну, которые там просто организация для туристов. Ярик, это памятник кому? Почему? Это кто? Мужчина-то? Верблюды на верблюдах? Нет, это просто тут раньше будет торговый центр на этом районе. Там много-много людей из других мест, Китая или России, или Монголии, туда там торговля. Понятно. Здесь торговали, да? Да. А вон конь. Это действительно остатки старого города или просто сделали для туристов? Это место, точно это, но это здание, это... Все новые, да? Все новые. А что, вообще старого города ничего не осталось? О, ничего. Ничего нет. В Маньчжурии же остались вот эти старые дома, которые строили еще русские. Да, еще есть такие русские. Есть еще, да. Деревни. Да. Сейчас камера везде, поэтому мало телосеть проходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли в китайский ресторан. Ой-ой, сколько народу. Какая красота. Я хочу все снять, а не так. Мороженое. Здесь что-то вареное. Всякие пиццы. Пироженки. Мы сами варить будем, что ли, да? Да. О, я не умею. Я буду с вами. Не переживайте. Что хочешь. Я хочу рыбку одну. Такая рыбка.
грибочки мои любимые. А это что, кого брать? Нет. А как кусочек уточки отрезать? Там рак есть? Я... Более, если живой рак. Живой не надо, мертвый можно? Не знаю. Всякие соусы. Ой, какая большая габаджоу-то. Габаджоу. Народа очень много, сливать плохо. Все толкаются, подойти невозможно. Одна рыбка такая. Я все подряд беру, потом не знаю, что можно будет есть. Что можно, а что нельзя. Бажу, да? Бажу, вот, да, тараканов да. Я не буду. Капусточку. Ярик, что не острое? Это? Ярик, а ты нам наберешь варить? Ага. Бери, что вкусное. Вот там мясо, он красивое. Почему не надо? Вот это. Вот это хорошее. Это что? Говядина. А свинину не надо, да? Я хотела свининку. А где креветки-то? Потом. Потом, ага. Вот, и такие тоже. Мы их варить будем, да? Салатики. Салатики. Уже положил варить. Сладкое взяла. Взяла сок. Сейчас сделаю фруктовый салат. Вот такой стол Ярик у нас сейчас варить. Вот поставил варить креветочки. Мясо жарить. Мясо хотела свинину взять, он говядину взял. Говорю, давай свинину возьмем. Он ведь не любит. А. Мы в ресторане. Мы в ресторане. Вот такой у нас стол. Олечка, покажи, какой у нас стол. Ой, ё-моё. И жарим. Да и варим. Варим у нас креветочки. Я пристроился. Мужчина с Иркутска пристроился. Ой, вкусно, наелись, напились. О-о-о. Вот это не пробовала, колбаски не пробовала, курицу не пробовала, креветки, мясо не пробовала, тут все не попробуешь. Да, вот это все. Все попробовать невозможно. Потому что очень вкусно. Здесь и супчик есть, и вкусная пицца. А сейчас, сейчас. А какие вот эти корзиночки? Это вообще. Идем на вход. Сейчас я на вход сказали. Вот из этого вы делаете фрукты, добавляете вот этот йогурт, это что-то с чем-то. Соки, соки тоже вкусные, натуральные, но не сладкие. О, салатики есть, а я салатиков не видела. Так, и вот пироженки всякие, которых я тоже не видела. Так, так, здесь чай, чай, компот, йогурт. Соки натуральные, мороженое, холодное, кофе, какао, пиво, как вы хотите, пепси, напитки. Здесь пошли сладости, конфетки разные, вот они.
какие. Губы. Возьму одну губу. Помидоры. Фрукты. Фрукты, компоты. Фондю. Я хочу попробовать фондю. Круто, да? Сейчас я попробую. Тут у вас разное мясо. Разное мясо в разных соусах. Здесь водка, по-моему, бадзю. А я измазала футболку. И здесь креветки. И все этого я только сегодня вот это поела и креветки. Но нам некогда. Время очень мало, надо бежать. И вот тут живые крабы. Ой, раки бедные. Теперь уже, да. Мы же в какой-то большой торговый центр пойдем, да? Хау-хау. Ух ты! Ух ты! Это что делает? Ух ты! Это что? А как заряжать? Как заряжать? Покажите. Ну-ка. Иду по улице. Иду по улице, по красивой. Покажи, где халар написано. Хорошо. Халар. Площадь там, чтобы интересно было. Вот тебе старый город. Вот. Это думаешь, не... Да. А, нет, да. Туда. Два съемки. Так, а площадь? Вот. Один? Ой, как красиво. Мои любимые красные фонари. Красота. Вот пришли, вот торговый центр большой, и вот. Сейчас уже нет. Есть. Ходил и ходил. Только время нет. Ехать надо. Не хочу ехать никуда. Но надо.
Хочу тут походить. Какой большой город. Такой, вот такой большой город. Я вышла туда, куда мне надо. А была напротив. Все, мы поехали на вокзал. Хорошо, но мало. Время мало. Так бы ходил, смотрел. Если бы вот в 7 утра то приехали, было бы классно. Надо было, конечно, на поезде. И ходили бы весь. В 5 утра бы уехали, всем приехали. Поехали, поспали. Да. Вокзал, да? Да, Ярик, это же автовокзал? Это вокзал. Авто, на котором мы приехали? Нет, железнодорожный. А железнодорожный? А мне кажется, мы здесь же приехали, нет? Нет. И сюда, что ли, мы приехали? ТЭЦ работает. Что, выходим, да? Входим. Мы бежим, торопимся. Пойдем.
Паспорта? Да, да, да. Уже? Да. Лид надо купить. Ага. Да, это не китайское время. Не... Вот. А зачем это так рано, если целый час? Пока доехали, пока трех унес, да? Нет, так целый час тут на вокзале. Зачем сидеть, когда мы могли целый час там погулять? Так он рассчитывал, что летом мы тебя не найдем. Вы думали, все, меня потеряли? Доверять нельзя. Мы ищем как раз. Как раз бы еще час пошарились. Ну, пошаримся. А где здесь шарится-то? Пойдешь? Нет, это не интересно. Интересно, я, например, хочу найти туалет. Я тоже хочу. Вот видишь, уже интересно. Нету никого, сиденьев тоже нет. Не знаю, как люди ждут. Вот. Не, вот тут билет уже купили. Вот. Я уже обезличенная. Оказывается, зал ожидания на втором этаже. Вот здесь есть скамеечки, вон там магазин. А наш прибывает на второй путь, да? Второй путь. Он. На второй путь, ага. Вот. Вот такой. Вот 7091. Вот я тебе и говорю, вон, на второй путь, второй путь. Второй путь. Раз, два. Путь второй. Ну ладно. Да я знаю. Ну просто. На второй путь приедет, видишь? Ну, второй. Ну, понял, да? И вот такой купол. Вся история Чингисхана. Был когда-то ярко-голубой, видно, там видно, что какая красота. Тридцать минут нас привел на вокзал, еще могли походить по городу. Будем сидеть ждать, как дураки. В общем, мое резюме, на 3 часа ехать не стоит. Если везут утром на поезде, в 5 утра езжайте. Если на автобусе не стоит, во-первых, тяжело, неудобные автобусы, устаешь, как собака. Хотя я спокойно 6 часов езжу. Во-вторых, мало времени. Наши билеты. Ярик нам купил билеты. Вот места. А где Ярик? 109-то написал. Во, 109. 109. 110. Ага. 112, 112. 100. Наши билеты. Цена билета 28,5 юаней. Опять проверили наши паспорта на какой раз. А, еще просветили, аппаратом просветили. Со спины, спереди. Все. Идем на посадку. Ищем 16-й вагон. Вот эта вся толпа едет в Маньчжурию. Толпа едет в Маньчжурию. Такой поезд у нас обыкновенный, как у нас, старинный. Никакой не экстра-класс. 9 минут до отправления. Вот такая толпень. Все в наш вагон. Где наш-то? Если в автобусе, когда ехали, была проблема только то, что узкие сиденья сидят неудобно, остальное все хорошо, то в поезде проблема другая. А китайцы очень шумные, как дети, играют в карты, во всякие другие игры и все время кричат. Щелкают семечки и кричат, и кричат, и кричат. Время 5:30. Идем выходить. Все проходят там по сканированию, а мы по первой полосочке. Идем. Все, мы приехали. Да. Сколько такси? 5:30.